А мы сейчас вот в таком месте. Вот, просто яма любви такая. С одной стороны. Со второй мы в нее спустились и нашли здесь кладбище лодок любви. Крутых и дорогих. Посмотрите. Вот это вообще, это смотрится как будто хлам. А на самом деле это охуенная техника. Водный мотоцикл Yamaha. Посмотрите. И он не эксплуатировался, как мы поняли с Олесей, потому что это тупо, вот смотрите, их здесь расхуячили. Смотрите, с них снято все. Начиная с сидушки, двигатель. Ну, в общем, все снято, оставлено. Оставлены корпуса. Знаете, сколько такая Yamaha стоит вообще? Это просто пиздец. Вон там тоже Yamaha. Вот это вот. О, а ведь у них серийные номера есть, посмотрите, вот. Все же все по понятиям. В общем, все разобрано. И смотрите, он как бы это... На самом деле, он не один. Такие же расхуяченные стоят в этой яме еще. Вот это что? Это уже не Yamaha, это... А вот это Yamaha. Тут на борту написано. MSX-140HO или HD. Вот это Yamaha. Вон, видите, вот ребята, они новые. Блять, они не эксплуатировались, они просто тупо... У них даже вот это вот какой-то... Да, да. Вот кинет хуйню. Вот, смотрите, тут даже не распечатанная, так и осталась какая-то хуёвина. А внутри еще такая же. Куда-то подкладывается она. Вон, видите, они с номерами, все. Вот тут тоже какие-то номера. Просто разобранные. Вот эти, вот здоровый. Это Yamaha. Вот еще Yamaha. Вон там не знаю что. Поменьше, смотрите. Просто тупо все снято. Все электрооборудование, двигатели, двигателя, блядь. Сами корпуса. Ну вот этот самый няшный такой, да, смотри. Одноместный. Он получается, ну серый он не одноместный. Вот этот? Да. Ну он это не одноместный, как бы, да, получается? Почему? Такой здоровый и одноместный. Ну, он какой-то такой мощный. А вот этот такой нежный такой. Ну, так он вообще маленький какой-то, да? Mm-hmm. Ребята, он там еще в зарослях самых какой-то маленький. Ну, короче, это я хуй знает. Как бы скинуто, как будто и просто разобрано. Может, это... Я не знаю. Ну, видно же, что они как бы не эксплуатировались, а? Или эксплуатация как-то срок вышел на какой-то базе, привезли, может, сюда. Так, разобрали и скинули. Ну вот это детский, вон он, смотри. Какой детский? Детский, вон, просто детский мотоцикл. Или это... А, это вот что, смотри. Это вот та хуйня вот с этой, смотри. Наверное. Вот на эту дырень ставится она. Вот. Видишь крышка? У всех эта дырень на месте. Нет, у этого здесь нету, руль. По-моему. Вот он, руль. Вот, сюда руль вставляется. Не, ну погоди, ну дырень, блядь. А вот того... Вот эта крышка, вот здесь такая же крышка, блядь. Видишь? Вот. Вон на носу есть. Она открывается, все, ну, смотри, там перчатки, вот как разбирали его. Их, наверное, здесь и разбирали. Перчатки так и валяются. А ну а что техника японская, хули ее разбирать-то? Все качественно и скомпоновано. Там открутил, забрал, пошел. Ага. Ну, вон та крышка. Там эта крышка. В общем, ребят, не знаю. Какую бы технику иметь, ага. Сколько, интересно. Мы потом погуглим, сколько такая Yamaha стоит. Лодочка любви. Ты плыви, плыви, плыви. Да. В общем, вот в такой яме, в дремучем лесу скинута эта хуйня. Здесь хворост, это вся хуйня вот эта. Валежник. И вот эти три лодки любви. А всем нашим трем официальным подписчикам, вот таким, которые нас смотрят, всем по такой лодочке, да? По целой. Ну. Не, ну вот смотрите, ребята, корпуса, блядь, а двигатель там, всю хуйню сами напичкаете. Главное, корпус. Олесь такая говорит, ну заебись бы лодку сделать. Какую, блядь, лодку? Как ты из него лодку сделаешь? Там, видишь, везде дыры. Ну ты, когда вытащили из него все, лодки не получится.
Ну, вон с той Ямахи я бы сделал лодочку. Наверное, сейчас заберем и будем лодку делать. Так, ты пока тащи его туда. Я подойду. Видишь, он набит еще внутри пенопластом. Да, да, вижу. Это значит, он не эксплуатировался. Это же пенопласт вот этот, да? Он для транспортировки. Почему нет? Че? Это внутренняя обшивка. Пенопласт. А, обшивка? Ну. А. Ребят, ну смотрите, а вот эта хуйня вообще в упаковке? Смотрите, о, это называется Инстапак Пэкинг Фарм. О май год. Там тоже внутри какой-то пористый материал. Да какой пористый материал, пенопласт. Ребята, похоже, там коврик есть. Уцелел. Сейчас, минутку. Да. Ребятки, тут уцелел коврик. Нет, хуйню не вытащить, блядь. А, это не коврик, это просто резиновая хуетень. Да это он оттуда, наверное. Ребят, смотри, что нашел. Ну, оттуда, Олесь, тебе нужно? Конечно, я возьму. Ну, это как бандана на лоб. Да, будешь, да, одевать, конечно, против клещей? Конечно. Хорошо. Тут серийные номера же, все что-то есть ведь. Да. Все равно же как-то это должно, блин, соблюдаться. А вдруг какие-нибудь это украли, воры? Да, жесть. Ну, как и любой техники есть, все. Ну. Ладно, ребят, мы дальше идем копать.